Кстати, еще один очень важный момент. Это сшитие капюшона. Я опять же покажу на этом образце. И обработку вот этого как бы шва нашего. Значит, как мы сшиваем? Серединку совмещаем. Вот середину капюшона с серединой спинки. И вот здесь вот совмещаем до самого начала. Что еще очень важно? Это, конечно же, мини-версия. Но если версия большая, да, то шью я по капюшону. Шов этот, как называется, назад иглу, или как он называется. Вот, то есть я возвращаюсь, это важно. Вот. Здесь мы подтягиваем, девчонки, фиксируем, чтобы полотно не растягивалось. То есть при этом шве вы должны отрегулировать вообще эту горловину, потому что если слишком слабенько сшить, то горловина будет растягиваться и будет изделие падать с плеч. Вот, поэтому это очень важно. Вот, поэтому я вот прям так и стягивала, да, чтобы была не такой стянутая. Потом, когда будет этот кардиган у меня в руках, то я покажу. Вот. Потому что это английская резинка. Мы здесь все должны фиксировать этот каркас как бы самого изделия плечевым швом и вот этой вот горловиной. Так, видите, я стягиваю. Так, здесь совмещаем серединку. Так, вот здесь вот тоже важно, чтобы вы прихватили как бы прям вот хорошенько, да, вот этот краешек. Я нить ввожу туда и обрежу ее. Теперь что я делаю? Тут зависит от того, вот начиная отсюда, по вот этой вот ниточке, где у нас вот отшивание, мы за нее подцепляем и буду вязать. Столбики нет, не буду вязать двойную нить, так как и положено, только тонким крючком. Именно за нить от сшивания. Так. Я подцепила. Вяжу. Раз, два, три воздушные петли подъема. И теперь вот смотрите, вот она эта нить, я за нее цепляюсь и вяжу столбики с накидом по всей длине как бы вот этого моего шва. Тут девчонки очень как бы так интуитивно все, тут нет какого-то определенного подсчета, просто смотрите, чтобы вот эта полосочка у вас не была не собрана, не растянута, да, чтобы она как бы была такая, как получалась, как ленточка, да. Видите, у нас получается, что эта ленточка у нас вот на шве крепится, а шов как бы поверх нее. Так вот мы ею будем закрывать это все дело. Если вам мало столбика с накидом, то можно сделать столбик с двумя накидами, он будет повыше. Но это зависит от того, как насколько плотный ваш будет шов.
такой очень простой метод, который не требует никаких как бы особых навыков, умений. Самый такой легкий вариант обработки этого шва. Это можно и плечевые, но я думаю, плечевые. Это те швы, которые у нас, ну, как бы при отворотах получаются видны. И нам нужна какая-то его обработка такая. Завершающий этап. Потому что если он открыт, он уже получается незаконченным изделием. Так, вот смотрите, видите, я здесь начала и прошлась, вот он мой шов, а вот мой этот ряд столбиком с накидом, да, и дошла прям до конца. Теперь я ниточку обрезаю, и что я делаю, вот, видите, у меня, теперь я вот этой ленточкой, которую я связала, я вот так вот ее буду подшивать иглой, простой обычной иглой. Ну, необычной, чуть больше нитью этой, которую мы вяжем. Так. Здесь хорошо я расплющиваю, чтобы не завернулась. То есть подтягиваю вот так вот, видите? Здесь можно. Это все я проделаю потом со своим кардиганом. Просто я хочу, чтобы я не тормозила вас. Я вам потом, я же говорю, в группе потом покажу, как это выглядит на моем кардигане. Вот, пока я вернусь, чтобы вы могли закончить. Поэтому я вам делаю вот так вот, в такой форме. Так, вот видите, и эта планочка у нас красивенько-красивенько закрывает этот шов. И получается, что мы можем как бы завернуть этот капюшон, либо воротник, точно так же воротник стойку мы можем обработать, вот, и получить как бы красивый спрятанный шов. Да, смотрите, как получается хорошо. Вот. Важно вот здесь, вот я тоже фиксирую, как бы подтягиваю вот так вот, и здесь подтягиваю, чтобы все у нас было, ну, спрятано, да, и ничего не перекосило. И так вот подшиваю все. На спиночку перехожу. Кстати, на фотосессии у меня еще этой планки нету. Там очень хорошо видно такой грубый, некрасивый шов. Вот я его заделаю этой планкой. И все будет прекрасно. Этот шов используется как бы для именно пришивных деталей, когда грубо, когда там ступеньки есть от закрытия, да, от вывязывания. Ступеньки, ниточки, вот. Все можно спрятать таким вот образом. И тем более вот этот вот шов, он хорошо, прекрасно зафиксирует потом вот это наше изделие. Вот, и будет держать всю конструкцию. Он удержит, он плотненький, зафиксированный.
Все здесь вот хорошенечко тоже выравниваем, красивенько пришиваем. И все, девчонки, вот получается вот такая вот красота. Пишите мне, на каком вы этапе сейчас находитесь, делитесь фотографиями. Я думаю, вы уже тоже уже далеко дошли. Вот, смотрите, что получается у нас. Вот такой вот красивенький как бы шовчик. И здесь, ну, это понятное дело, что это у нас мини-версия, да, но на большой версии это будет очень-очень так закончено смотреться, да, вот этот шовчик. А вот смотрите, здесь я меньше натянула нижнюю часть, и уже видно, уже она такая более выпуклая, что следите за этим моментом, вот. Ну, в принципе, все, девчонки, довязывайте и хвастайтесь.